Рядом со сквером на улице Советской Армии небольшая площадка, которая до настоящего времени пустовала, а жила. Эту территорию оборудовали для владельцев собак. Теперь здесь площадка для выгула. Появилась она благодаря проекту «Местные инициативы», став одним из 24 победителей программы. Мы считаем тему цивилизованного выгула собаками очень важно, и нам очень приятно, что в рамках местных инициатив такая тема получает достойное воплощение и продолжение. Мы познакомились, много общались, можно сказать, подружились с инициаторами этого проекта, с местными жителями, которые также являлись инициаторами. Мы поняли их идею, идея очень благородная, упорядочить здесь, да, выгул собак, который до этого момента существовал, построить необходимую инфраструктуру, она построена. В том, что проект будет жить активной жизнью, сомневаться не приходится. Необходимость площадки назревала давно. К тому же существует федеральный закон, согласно которому выгул собак должен производиться в строго отведенных для этого местах. Чтобы не было конфликтов между жителями не собачниками и жителями собачники. Потому что не каждый человек любит собак, не каждый человек принимает собак. Люди боятся, и они не обязаны любить вашу собаку только потому, что она такая красивая. Вот. Поэтому первое – это безопасность. Это в первую очередь безопасность и не собачников, и собачников. Площадка огорожена специальным забором, который собака перепрыгнуть не сможет. Сюда владельцы могут зайти, отпустить собаку, позаниматься на снарядах без недовольства окружающих. Кроме выгула, здесь будут проходить еще и занятия для желающих воспитать своего питомца. Здесь под руководством инструкторов, все с лицензиями, то есть те, которые имеют право заниматься такой деятельностью, здесь будут обучать как собак, так и владельцев, потому что мы живем в городе. Здесь определенные правила и содержание, и поведение. Кроме того, площадка по параметрам подходит для проведения кинологических соревнований. Постепенно набор тренажеров будет пополняться, а площадка однозначно станет хорошим примером для собачников из других районов города. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».